Всем здравствуйте! Решили сегодня утеплить мы дверь в один сарай. Вот у нас утепление идет. Вот такая простая дверь там была. Ее тоже будем утеплять. Нашли старые паласы. Вот теперь папа у нас утепляет. Это козел тут сидит у нас в сарайчике. И пару гусей. Теперь задувать туда не будет. Здесь вот тоже такие щели идут. Но туда сильно не дует из-за того, что у нас здесь прикрыто укос. Да, девчонки? Вот. И поэтому им тепло и хорошо. Вот. Ну, это мы так и оставим, но все равно туда будем делать тоже палас. Будем старый прикручивать, приверчивать. Зато здесь очень тепло за счет того, что все закрыто. Да, девчонки? Девчонки? Сейчас вам сено принесут. Привет, Глаша. Чего ты мучишь? Ты мне давай, только не соберись рожать. Рано тебе еще. Вот они, мои девчонки. Привет. Только что ходила, собрала яички у курей. Да, Кнопочка? Поздоровайся. Вот так. Привет, говорит вам всем. Хочу сказать то, что в сарае где-то плюс, наверное, 10. Очень хорошо. Конечно, влажность кое-где появилась. Будем этот вопрос и проблему эту решать. А пока самое главное, что скотине не холодно. Стоит и как бы проблем нету никаких. Вот, они спокойно лежат тут. Маша, Маш, наша проглодитка. Очень много ест. Все ей не хватает. Он что-то с пола уже поднимает. Сейчас будем... Сейчас как сделает папа дверь. Будем еще чистить вот у них и чистить у курей. Будем сразу менять подстилку, чтобы было все чистенько и уютненько. Ну, идемте, выйдем. Оп! У нас самая первая дверь была вот эта. Она у нас тоже здесь с улицы тоже так же утеплена. И очень хорошо, не тянет ничего, прям без проблем. Все закрыто и все отлично. Ну что, получается? Так, ручку сделал. А сверху придумал что-нибудь? Чтобы не отвисало. Вот, теперь у нас живность вся будет утеплена. Ой, выпусти гусей. Там выпустишь гусей хоть на пару минут? Чтобы они хоть немножко лапки у нас поразмяли. А то сидят бедные полдня. А, за сёжку, за эту. Красота. И не подумаешь, что это дверь. Повесили паласик. Просто. Рисунок такой. Вот этой двери уже, получается, сколько? 2 года, да, как вот эту дверь мы сделали? Угу. Вот это вторую... Получается, третью зиму уже она вот сейчас стоит заупакованная. Так вот, хорошо вся. Ну, теперь зато тепло будет. И на днях будем делать эту дверь. Точно так же есть еще один палас. Будем вырезать по двери. И будем ее также закрывать. Вот. Красота! Сегодня где-то минус 14.
Вон какой иней. Это вот с утра такие деревья. И вообще даже витринки, ни одной витринки, и прям хорошо тепло. Ой, Петруша раскричался. Ну, идемте дальше. Посмотрим нашу охрану, что делает. Охрана! О, ты уже наверх залезла, да? Привет! Тагаша! Вот еще один охранник. Это у нас никогда не привязанная. Она у нас всю территорию и с этой, и с той стороны охраняет. А вот он у нас привязан. Да, привет, малыш. Ай, да. Ух ты, мой лапулька. Ух ты, мой лапулька. Да, конечно, конечно. Мои, мои, мои. Вот такая вот у нас охрана, правда? Где? Где кошка? Кошка где? Где? Ай да, ищи. Ты здороваешься, да? Со зрителем здороваешься? Вот. В общем, вот решили сейчас утеплим с улицы. Снутри не будем утеплять в сараях, потому что получается там сейчас все нормально, все тепло, а с улицы тянет по этим щелям от дверей. Поэтому я решила утеплить полностью обе двери тоже. И мне спокойней, и скотине тепло будет. Кто там, Шакира? Кто там? Айда, айда. Так. В сарай ушел. Ну, хорошо, что сегодня утеплили, потому что скоро больше минуса будут, и поэтому... Сегодня мы уже будем спокойны. А всем спасибо за просмотр. Ставим класс. И подписываемся на канал Едвигин Хуторок.